Привет всем! Сегодня вторник. Водичка как молочко. Теплое такое. Вообще не важно. Водичка чистая и теплая. Вот как молочко. Уже 10 утра, а это вообще. Я же говорю, вот не чувствуется даже, как будто как в теплом молочке. Давайте делаем это сам. Посчитайте, сколько я буду под водой. Я раньше полторы минуты под водой находил. Сейчас не так уж. Хорошо. Сразу после того, как вышли из-под воды, надо вот так воздух выпускать. Всем хорошего дня. Пока-пока.